вами... Да, почему Ваня? Какой Ваня? Дима? Всем привет, с вами Аня Сталкер, и вы на шоу 4 свадьбы. В общем, сегодня я решила поиграть во всякие бесплатные хоррор-игры, которые смогу найти в интернете. Буду искать я их в Яндексе. Я мало что играла, у меня, короче, Дима игромен по этой игре, да. Пизда. Во-первых, я очень боюсь всяких ужастиков, и если я схожу на какой-нибудь фильм, я еще месяц не смогу отойти и буду думать, что за мной следят и хотят убить. После этих бесплатных игр я вообще, наверное, начну дышать маткой. Хоррор-игры от стресса отлично спасают. Хоррор-игры, не знали? Нет. Давайте, ну вот здесь посмотрим. Ребенок в желтом. Вот это выглядит достаточно безобидно. Дом дьявола. Что за фотка президента здесь зачем? О, это выглядит очень страшно. Злая монахиня выходит из школы. Звучит как название фанфика. На весь экран, чтобы я обосралась. Что я тут писалась? Такая стрёмная. Привет, зай. Как играть? Все на английском. О боже. I like it. How do you generate drawing at school? Поехали! А как? Куда? Что надо делать? У меня, блядь. Дима! Что мне делать? Поспать можно. Что? Свет включен? Включен? Что? Куда мне? Как и ходить такая? Ой, я хожу. Открой. Дима. О, алло, она не открывает. Я иду, короче. Все, мне не страшно, мне совсем не страшно. Вот что, вот, блядь. И что? Подожди, мне надо убегать от нее или за ней идти? Не понимаю, давайте за ней пойдем. Она вон, она ходит. Тетя, наверное, мне туда не надо, но я хочу. I like it. А что ей сделать надо что-то? Можно я сюда зайду? А можно как-то прятаться, maybe? Хватит. Следующая игра. Музыка стрёмная. Я не понимаю, что мне делать надо. Я тупая просто. А ее можно бить? Я не могу. Я даже ходить не умею здесь. У меня паника. Как прятаться? Дима, ты умеешь прятаться? Спрячь меня. Что делать? Я спряталась под кровать. Как я это сделала? Она ждет меня. Как она меня нашла? Она меня нашла и вытащила. Ты умеешь играть? Нет. Ты умеешь играть? Смотри, очень стрёмно. Я иду, а там тетя ходит, страшная. Смотри. Да. А надо от нее прятаться, а я кнопки нажимаю все сразу, я просто не знаю куда. Сейчас она тут будет. Давай подождем ее. Давай. Ее можно бить? Можно как-то ее ударить? Повернула. Вот тут она меня первый раз нашла. У нас такой же класс, кстати. Очень сложно, когда ты мышка, а я кнопки. А я не умею. Поверни направо сейчас. Где право? Нет, вот. Я право, право там. Право, где лестница вниз. Я повернула. А может, смотри, спрячься. Да он... Спрячься, говорю. Поверни налево, 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 налево. Я... О, смотри, что-то лежит. А что это? Брать можно? О, подбирай, отвертка. Я не могу подобрать ее. Она сейчас явится за нашими душами. Да мы сейчас обосремся здесь все. А ты тоже обосрешься? Я очень обосрюсь. А я уже... Аккуратно. Что мне с ним делать? В нее тыкать? Стой. Попробуй потыкать. Нет, за счет открутить надо. Что я откручу? Работай. Я даже не знаю, видно тебя или нет. Просто что мне эта отвертка? Кого? Бить надо кого-то? Еще один уродливый класс. Мой класс. Здорово. Как дела? Поворачиваем медленно, уходим обратно. За всю игру нашла только отвертку и никуда ее не втыкнула. Научилась немножечко бродить. Слушай, вот если я буду ходить как бы по кабинетам, я ее точно найду. Туалет точь-точь как в нашей школе. Реально. Только у нас кабинок, ну дверей нет. То есть тут лучше. Тут лучше даже. Отвеча. А тут можно спрятаться. Тут нельзя, видимо, спрятаться. Жаль. Я сдохла в туалете. Отлично. Народ, пишем фанфики. Следующая игра.
Этот челик похож на моего соседа. Доброго соседа. А, давайте отсюда. Что тут надо делать-то? Мне никто ничего не объясняет. Может, это потому, что я английского не знаю? Просто it's fun to remember. Так, ну тут ничего нет. О, Дима Билан. Я из офис Димы Билана! Это сковородка? Тут готовят? Мне готовят? Или меня на ней будут готовить? Слушайте, а там кто-то стоит. Меня ждут? Блять, как страшно-то. Так. Здесь начинается трэш. Привет! Давай дружить! Извини, добрый сосед. Пожалуйста, не надо. Куда он делся? 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 А, вон он. Страшно. Страшно, очень страшно. Берем какую-то штучку. Идем вниз. Мне уже страшно. Очень по-дурацки мы ходим. Тут нельзя поворачивать вправо, только налево. Да, конечно. Прости. У меня хорошо получается. Я уже профи. Куда идти-то дальше? Все, наконец-то. Мы идем сразу бить соседа. Это можно взять. Витаминки. Витаминки настроения, которые я взять не могу почему-то. Так, идем к соседу. В чем смысл игры? Берем витаминки. Что еще мне надо найти? Я раздражительная женщина. Я уже раздражаюсь. О, тумбочка. Тут ничего нет. Так. Ой, блядь. Надо сматываться отсюда быстрее. Бери. Бери. О, берем заветный ключик. Может, там что-нибудь откроет? Там какую-нибудь дверь, maybe. Maybe, baby, какая зайка. Ох, уже устала. Спина заболела. Я уже знаю, что здесь надо просто бить соседей. Игра «Убей соседа». Ой, я что-то не заметила вас, ребята. А, пока, короче, все, до свидания. Ну, просто открыть, наверное, дверь. Ай, наверное, не могу, бля. Идите нахуй. Очень боюсь такого всякого. Короче, следующая игра. Я хочу такую игру, чтобы прям обосраться. Dark Play. Я уверена, что тут очень что-то милое. У деда такая машина была. Моего, если что. Вишневая семерка. Что это? Что за картинки? Hello. Hello. Hi, Alice. I have a task for you. I'm listening. Это коллаж в Одноклассники выложить чисто. О, мне что, ехать надо? Я не умею ехать. Ладно, поехали. А что делать-то? Что делать? А что мы так медленно едем? Надо разгон взять. Разгон! Я на права решила тут сдавать немножко. И как отсюда? Давай назад, чувак, давай. По-моему, я круги делаю. Я просто поеду куда-нибудь. Просто катаемся, ночная прогулка. Так, ясно, на права я не сдам. Я не умею. Пусть меня уже кто-нибудь съест, мне не нравится играть в это. Я знаю, что я не сдам на права. Все, хватит напоминать об этом. Дай. И что? У меня, по-моему, тут еще бензин кончается. Я объехала очень опасно. Так. Ты что смеешься там? Так. Это мой дед с катарактой ездит просто. Не могу выбраться, я застрял. А ноу! Да. Ну, это я, честно. Батя чисто в школу везет меня. Может, я вообще не туда уехала? У меня, может, карта есть какая-то? Я карта. Слушай, у меня бензин сейчас кончится. Ой, я в машину села как-то. У меня бензин кончил. Ой, что случилось? Я проиграла. У меня недостаток влаги в органах. Сухонько. В общем, что я могу сказать? Было вообще не страшно. Игры говно. Мне понравилось. Учитывая, что я совсем не умею играть, я тут немножечко научилась. Дима, который проходил за меня всю игру. Почему у меня включилась игра «Беременная заботливая мамочка»? Тоже хоррор. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых роликов. Пока!
подписывайся на канал и, блядь, я глаз зажала. How are you doing? Идеальный американский акцент. А там все записывают, да? Да. Вы это все слышали, да? Удалить? Вот тут вот не можешь. Сейчас что мы с ним? Да что ты все одеваешь и снимаешь свои штаны?